за наши страдания, дорогая. В мире не найдется столько виски. Ширли, над чем ты сейчас работаешь? Пишу небольшую повесть. Называется «Не твое собачье дело». Нас пригласили остановиться здесь на пару дней, пока не найдем жилье. На Ширли иногда находит. Слышала, у нее не все в порядке с головой. О. Не пора ли нам выпить? Вставай! Что ты задумала? Эта девушка, как она тебе? Простовато и немного вульгарно. Но почему бы и нет? Фрейд был бы в восторге. Что же будет дальше? Что ты здесь делаешь? Они сходят с ума. Ты знаешь, каково это хранить тайну?